Сквозной проезд по автомобильной дороге на Дым-Салихард должен быть открыт к концу этого года. На данный момент из 340 километров трассы осталось построить 87. На первом участке рабочие возводят последние из 12 мостов, занимаются отсыпкой и укладывают водопропускные трубы. На другом участке все мостовые сооружения уже возведены и сейчас вводятся в эксплуатацию. В данный момент подрядчики занимаются устройством дорожной одежды. Не вижу никаких оснований для того, чтобы дорога на Дым-Салихард не была введена в четвертом квартале нынешнего года и по ней не был открыт сквозной проезд. Задача была сформулирована главой региона Дмитрием Артюховым, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы ее выполнить. В начале года мы сверили часы и сейчас четко понимаем, что, держа руку на пульсе, мы этот объект закончим.